Вооруженные силы Армении в своей бессильной злобе, отступающие из освобожденных от оккупации территории Азербайджана, расставляют ловушки для азербайджанских солдат. Для этого они ставят гранату в закрытом помещении, а ее чеку привязывают к двери. Это делается для того, чтобы при открытии двери азербайджанские военнослужащие, как минимум, получили ранение в результате взрыва. Но, благодаря бдительности солдат, бесчеловечный умысел армян потерпел крах. Войдя в дом, военнослужащие смогли обезвредить гранату,